Сегодня в Одессе происходит настоящий кулинарный праздник. Одесский морской вокзал встречает третий Кубок Украины по кулинарии. Друзья, на самом деле кулинария сейчас стала на уровне свеж. Это модно, перспективно. Сейчас уже не кашевары, сейчас повара, которые носят красивую форму, путешествуют, развиваются, развивают свою страну. Давайте быть вкуснее и ярче. Хочу подякувати Південній асоціації шеф-кухарів України за таку чудову організацію і за розвиток, те, що вони роблять вклад української кухні, популяризацію української кухні в цілому і взагалі, що розвивають кухарів. Я приглашаю всех не бояться прийти и поучаствовать, потому как от каждого из вас зависит наше гастрономическое будущее украинское. Каждый из нас сегодня пишет новую кулинарную страничку Украины, а это очень важно. Еще раз громче.